маска. Потом я стал замечать странные звуки, очень мерзкие, похожие на буки. Неужели сука пердит мне на яйца? Заткнул ей анус на всякий случай пальцем. Не тут-то было, чувак, они продолжались. Пердело все время, пока мы сношались. Меня вырвало на толстые ляжки. Я выбежал в другую комнату, роняя какашки. Спустил на катание Никена Тимошку. Оделся и выпрыгнул в открытое окошко. Два дня меня бил озноб. Я лежал на кровати, ходить не мог. Ужас, мысли о том, что Лена пукает пиздой. Будили, давили, тревожили покой. Советовался с мамой, сказала, это нормально, ништяк. Врачи твердили, расслабься, чувак. Я им не верил, решил убить, суку. Больше никто не испытает этой муки. Зарядил свой пистолет и пошел к ней в гости. По дороге встретил Дашу и